Да, потом ты забираешь. И на трех Здорово. этапах дроп ты тоже забираешь. Здорово. Понял, заберу. Молодец. И тотем, ладно, я поставлю. То и все. Ну и РНЖ возьмите, РД. Всегда ее соблюдайте. Без колебаний откликнулись. Не надо стоять скучно. В этом Колизее вам предстоит сразиться с опаснейшими противниками. Те из вас, кто смог... Джейми, ты здесь, Халк, ты тут? Да, кстати, 4 ледяной коровы. Почему? Кто у нас еще? Из самых глубоких и темных пещер грозовой гряды у нас 3 танка, у нас утро, плесень и 2 ВДК. Кто? У нас больше никого. Вот, Паламей в танке, например. Паламей, спекнись назад в ТД. Я думал, ТД сейчас. Спекайся, пока время есть. Давайте, бейте. От лужи отходим. И с центра подальше отойдите, там рассоситесь. Вы кучно стоите. А плесень с попалом будет станчить правого слизняка, а БДК ты левого. И все бьем правого. Забирай. Забирай ДК. Забирай. Сражаться не забудь. Сражаться не забудь, ДК, тебя прошибает очень сильно. Я пока не могу починать это сыграть. Захил, хил его. Блять. Рейд, хилю. Служи, вы будете отходить? Блять, вы. Стоите, на вас дохуя стак. У вас тяжело хилить. А, Войд, поднимай ван-вана. А, утроп забирай. И здесь то же самое, РНЖ возьмите. Танчи правого и левого. И бьем все правого слизняка. Ой, залей манушу. Нану. Дистанцию держим, а вот опять же вы стоите в центре, очень кучно. Рассасывайтесь. Так, попал, забирай. Ладно, еще. Не, уже появился на нем. Я уже вижу красный дебаф. Молодец, нахуй. Ну что это? Сука, ну, у вас что, мозгов нет? А че он служа не отводит? Служа почему не отводит? Служа не отводит. Че, не видишь или? Падайте, блядь. Падайте, блин, сейчас обновляйте. Что это за пиздец? Вы что? Чего? Не в курсе, что он блюет после того, как желчь кинет? И босс держится с лицом к стене. Протопал забирает, ноль эмоций. Никто не забирает. Какой протокол? Потому что рано. Да вот троп. Не... Да на нем уже появился стал дебаф. Я уже видел на нем дебаф, я поэтому сказал. Я заберу, когда он плюнет. Так он плюнул, был на нем дебаф. Он решил в рейд повернуть, побежать, снимать людей токсин, блядь. А босс начал, блядь. Токсина не было, он не плюнул. Я думаю, во всем виноват Лёлик. Да, пидор. Блять, ты опять неправильно сказал, нахуй. Сейчас я обновлю инста. Выйдите с инста. Какой токсин? Токсина не было. Зачем туда выбегать, блять, с этим мобом? Зачем? Ну, в рейд взял, повернул, убил всех, нахуй. А с рейда, пожалуйста, уйдите. Выйдите с инста. А фулметал, возьми свое тело. Ты уже плащи не упадут, да? Кто упадет, мы сейчас инст обновим, будет снова 50 какой-то. Кто в инст пока не заходит, сейчас я обновлю. Да вам такие плащи, блядь, особенно ван-ван, который в луже стоит. Для вас 2 плаща упадет, блядь. Это не плащ, это была шляпа. Все, заходите в инст. Тобой поставлю. А выйти.
Раздавайте бак. Добро пожаловать, герои! Вы услышали призыв Серебряного Авангарда и без колебаний откликнулись на него. В этом Колизее вам предстоит сразиться с опаснейшими противниками. Те из вас, кто смогут пережить... Дайте каску шаману. ...войдут в ряды Серебряного Авангарда... Порогом каску. Толомей, ты спекнулся в ДД? Молодец. Из самых глубоких и тёмных такой, да. Был призван Гормак, пронзающий бивень. Бой, герой! Так, все тут, я запускаю. Чудовище, я не... уже запустили ясно. Я видел и более... Опять же, РНЖ возьмите и в лужах не стойте. Не надо бекастовывать. Вас тяжело хилить. А Ира, кидай орехи на плесень, кидай. Я уже другому дам. Тоже выходим. До буги рубать. Тоже выходите, маг. Блять, плесень. ДК, забирай чпок, поднимай плесень. Блять, вы вообще прижиматься умеете? Прижимался, но не запомнил, да. Решил на попозже оставить. Ну, молодец. Захиливаем. В лужах уходим. Попало, забирай. Возьми сейчас на третий. Да ёб твою мать. Блять, нахуя ты забрал босса? Ты что, дебил? Бэм, поднимай его. Нахуй ты вообще его таунтишь? Ёб твою мать. А, Фэл, поднимай ты. Я забыл, что у нас кот без РК идет. Да это пиздец какой-то. Поднимай его. Давай. Хорошо. Ну, Фэл, ты поднимешь его? Захиливаем его. Дайте ему бафы. Вот, залей ману мне, пожалуйста. Бейте право. И РНЖу здесь тоже опять же взяли, РНД. Вы кучно стоите. Готовься его уводить от лужи. Лужа. Уводи его. Забирай БДК, попал, забирай. Попал, забирай и БДК беги по рейду. Как стояли кучкой, так все стояли в бах. Вот сейчас возьмите дистанцию. Повесилось на Холокост, повезло. Но вот прям повесилось. Убивайте. А, рассоситесь. Добивайте его. А БДК забери босса. На плесени добав висит. Бейте его. А, попал, возьми ты босса сейчас. Сейчас надо рейндж ставить, у него фаза, он будет... А, работать. Сейчас дистанцию держим, дистанцию взяли. Может снова хоргнуть. Добивайте там лям. Плесень, возьмешь босса на себя, только в центр его не веди. И от холода поставьте... Да и да, поставьте от холода аура, паладин. Утроп, ты сакру не отдавал? Нет. Ну, ты знаешь, как это отдавать. А чпок, если ты здесь, где-то тут залейте септику ману. А ренджу возьмите, чтобы не попасть под дыхание. Нормально. Не ренджу, а рассредоточиться вокруг босса. Можно так сказать. Так, на ком там у нас три кнопки. Давай, показывай свой блинк. Ну, ясно.
Так, захилил он, хилы. Да я знаю, что без демона, что я могу сделать. Если тут хилить надо, к сумасшедшему. Ой. О, наконец-то. Я поэтому искал лог. Мне тяжело в два окна было. Захилила. Ну, гимноману не обязательно, но ладно. Пэл, беги. Занимайтесь ступени. Убивайте босса. Все чудовища повержены! Раз, два, четыре. Бывает. А, поднимаем павших. Так, давай, плесень, спекайся, БДК подамажишь. А БДК ты оставайся. Тут танки. Мне в ДД идти? Плесень, да. Ага. А, кидайте роллы. Он линкует шмотки, а вы кидайте ролл кому надо. Он просто не переписывает. Сейчас, а, я встану секунду за лук. Сейчас я рыбу поставлю. Ему надо ешьте. Вот, хавайте. Так, давайте пока чек на готовность. Можешь же выйти починиться на полсекунды? Сейчас я Дживса поставлю, подожди. Сейчас я найду. Вот, Джис. Нет. А, в общем, БДК усиление рунического оружия ты не прижимаешь. И будешь его прижимать только тогда, когда я тебе скажу. И как прижмешь его, сразу вызывай бомжей. Но это на вулкане. А, диспелит все стаки, абсолютно все ШП, магии. Ну и все. Ну и я по диспелю помогу. Там в гильдии вон этот хочется ли. Ну сейчас. Бля, ну мы не успеем его засунуть, походу. Сейчас я шкаф поставлю, секунду. Тыкайте на шкаф и сразу его сумоните. Я выйду с инста. Ага, получилось! Трепещи перед всевластным... Ты с инста вышел, можно его сумонить. А, в общем, ген на хп. Олег, по моей команде, даже Сакр тоже по моей... Появится сначала диспалите стаки, а потом только бейте вулкан. И давайте РДД вы по большому кругу рассосетесь, а хилы по маленькому, чтобы можно было захиливать и метки, и рейд. Быстрее, герои! Расправьтесь с повелителем демонов, прежде чем он откроет портал в свое темное царство! Перед вами Джарацу! Сейчас это темка. Ира, кидай свои орехи в упало, я ПДК повешу. Так, сейчас скоро врата будут, их можно обязательно слить. И ханты там, БДК пока на пульте. Кейла хилим. Забери, забери, забери. Там скверит выноси. Ему подхиливаем, я не достаю. Так, и диспелим.
Так, вы там хили... Ванвана хилим, Ванвана. На мне сало захильте, Ванвана. Молодцы. Можешь уже... А, хотя не, не надо пока. Готовься БДК прожимать линию рунического оружия, хили мага. Все, прожимай и вызывай бомжей. Сейчас Лан заливаем, Вулкан сливаем. Хилы отдавайте свои чешки, Паладин давай свою сакру. Вулкан все бьем. Олег, давай гирим на хп. Так, захильте ханта, блядь, но я до ханта не доставал. Далеко стан. А у них лужа. Они там лужи стоят? Почему? Он бывает. ДК хилим. Плесень. Если бы сразу своего БДК и поднимем часть ЧП и поднимем ханта. То Олег, раздавай лут. Он литкую смолку выкидает тирол, кому надо. К счастью, вы победили демона. И теперь вас ждет новый противник. Так, сейчас от центра отходим, а... Давай, поднимай этого Ванвана, Ванван, уходи оттуда. То все отходите и тотемы двое. Это я запустил. А, Друид, отойди подальше. Фейл, уйди. Так, маги, поставьте стол, пожалуйста, мне надо магну вспомнить. И баф. Пойти ханта, бахтишь. Они хотели запятнать честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости. Тирион, будем сегодня вести мать. Чемпионом сражаться вместе с твоим. Мы бросаем вызов Орде. Хорошо, да будет так. Сражайтесь с честью. Кабулак, ты здесь? Сражайтесь во славу Альянса, да, герои, во имя вашего короля. Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. За... Он кидает шмотку, ну вы видите, он шмотку. Ну он кинул трофей и все. А остальное куда ну... шмот уходит? А, и вот эти вот шмотки бомжовские, если кому-то надо, вы ему пишите, он отдаст. Он их просто не кидает на ролл. Он в основном кидает трофеи и там рецепты всякие. Всякое это говно, но смысл кидать на ролл, если большая часть рейда, она не надо. Так, ладно. А попал, утроп, ты сидишь на звезде. Плесень. Возьмешь на тебя кружок? Получилось. Кружочек, видишь? А, да. Ну все, молодец. Я прожму, чтобы не купить. И следующий БДК возьмешь на себя Шакула. Ну и все, Эмилика больше нету там. Да, нету. А первого будем заливать. Ставлю на него кружочек. Танки запинать свои метки. Ну, сейчас они будут спадать. Потом будем заливать ханта, звезду. И потом будем сливать ШП. Треугольник. А сейчас никто не идет. Идут только танки. И потом только мы начинаем. И по диспелам. Олег, давай ты подиспелишь массово. А... У него маны-то хватит на сколько? Ну, пускай тогда он диспелит точечно. А... Фулгрим, давай ты подиспелишь массово. Ну и все. Ну и танки, хилы. Ой, танки. А, паладины и станы откдешиваются, кидайте им по большей части хилам. Вар тоже можете тярж и эфир кидать. Ваги тоже самое можете тяжцу кидать свою. Кто там еще? ШПшки можете фереть. И все. Ну и касты можете сбивать хилам. Так, все готовы? А, БДК, стоп. БДК, ты тут? Да.
А забираешь на себя Шакула, если ты не услышал. Шакула, видишь? БДК, ты видишь Шакулу? Сейчас, секунду. Я ему напишу лично. Ха-ха-ха, Джейми, блядь. Все, я надеюсь, он понял меня. И читайте меня. Что там у нас? Да нахуй. Все, все готовы. Танки начинаем и все бьем, напоминаю, кружочек. Танки, идите, танки. И бейте все кружочек. Инцепс, молодец, а. Ой, поднимай его. Нахуя? Ну, чтоб было дохуя. Ты уверен? На все 100. Ну он же слабенький, он же ничего не сделал. Ну, откуда ты знаешь, может это сделать. Может диспелить будет. Диспельте гир по рейду. Бейте все ханта. Ханта, бейте звезду. А, уводи Шакула подальше от рейда. А, сейчас, секундочку, бейте звезду и потом бейте диспельте. И подними Фок, давай ты поднимешь три кнопки. Ты долго звезду бьете. Паладина, как я вам сказал, можете подойти хилам и дать 700. Маги вы можете дать 700. ШП вы можете херять. Блять, ДКшники могут сало дать, если достают. А, бейте, если ШП, треугольник слева. Потом будем заливать полипало. Блять, Олег. Давай ты еще ближе к нему. Сдалека диспелил. Диспельте треугольник и бейте потом звезду. Добивайте сначала треугольник и бейте звезду. Диспельте треугольник, ход и диспелим. Бейте холи пала. Ну, два брата сдохло, молодцы. Все, не поднимайте их больше. Не хватит уже. Отдыхает. Бейте все холи пала, потом будем заливать. А, друида. Так, да, кружочек у него. Добивайте холипала. Диспелите все хоты. Много хот, где диспелы. А маги, кстати, могут воровать эти хоты? Джейми, маги мухор. Так, диспелите маги, тоже помогайте. Если видите, что не может ШП, так выходить забирайте. Бейте потом друида. Я кружочек поставил. Диспелите бабл, бабл диспел. 3 бабл диспел. ШП, Фулгрим, ты можешь бабл диспелить? Молодец. Блять, ну и он выхилится. Вы вообще режете хил? Он дохуя хил. Ой, залей ману. А, заливай мне ману. Давайте потом бейте кружочек. Его бы как-то увести. Милики, увидите Шакулу. Там. Там милики станы кидайте там половину. Я вообще станов 0. Я еще ни одного стана вас не увидел. Ну тянуть ДК не смогут. Они сейчас танчат. Могу. У нас только 2 ДК в рейде. И они все заняты. Потом бейте самого. Сейчас поставлю метку на него. У нас еще анхолик есть. У нас холика больше нет. Анхолик. ДК открыть пати. А, анхолик, ё-мо, я что-то про него забыл. Оттягивай центр этих хилов. Можешь звезду оттянуть. Вот бейте сейчас все звезду. Центр его и акула кидай. Сейчас, когда 9 секунд. Хорошо. Мы не спешим. У нас времени не хватает.
Так, ну давайте сейчас мага забьем. Ну вот он. Звезда стоит. Бейте этого мага. Да оставайся. Вот, не знаю. Может получишь хотя бы какой. Для пятикати оденет. Так, с чего там гильдии вообще пишете? Будет я не знаю. А счет его держал, я думал, что это гильдии писали. Медик. Ты сам не знаешь, чего ты ржешь, нихера себе. Ты ж что-то там смеялся. Я уже подумал, что это гильдии. Ага, ну ладно. Их можно было уже в кучу их садить. Добивайте ДК. Я как раз добавил тетки, я тебя подниму. Ой. Вот спекни здесь тоже в хила. Помоги. Мне кажется, мы сейчас попадаем. И оставайся в хиле, а мы антисептика спекнем. Блин, ему потом. Она подамажит, тогда вы похилите. И горькая победа. После сегодняшних потерь мы стали слабее, как целое. Кто еще, кроме короля Лича, выиграет от подобной глупости? Так, поднимаем двоих. Они великие воины. И ради чего? Истинная опасность еще впереди. Нас ждет битва... Как нет, у тебя ж был, по-моему, или... Ну, значит, так, ничего страшного. Да, оставайся на шамане. Здесь ДД оставаться или кто? А, плесень, давай ты... Не знаю, вот упадет этот ДК, не упадет. Ну оставайся в танке, если будешь на подстраховке. Потом спекнешься в ДД и Таламона мы спекнем, точнее Таламея спекнем в попало. Так, ты лут забрал. А, запускайте. Таламона, блядь. И кто там у нас? Мак, отойди. Как дела? Джейми, не стой там. На дубы, на дубы ты в ДД кнешься. Уже будешь дамажить. У нас будет БДК и два попала. Жуткие валькиры, крылатые вестницы короля Лича. Давайте все темные возьмем. Протопал белую. А, по поводу смены цвета я скажу, а, сейчас белые сверки не ловим. Ну и все, кайтите их лучше, и не падайте. Так, давайте чек на готовность. Абуар, ты готов? Все, все готовы, поехали. Напоминаю, что белое зеркало идти надо здесь. Танк хорошо хилим. Так, меняем цвет, цвет, меняем, цвет, меняем, и берем следующую вальку. Меняйте цвет. Бейте ее, давайте, гнобить ее. Ну, молодцы. Подходите ближе к темному порталу, в случае чего, чтобы можно было поменять цвет. Thank you.
Притом сейчас еще одна способность. Бьем дальше. Нам повезло. ДК прохиливаем. Уже даешь там прохиливаем. Так, готовим скоро еще одну способность будет. Меняем цвет, цвет, меняем, цвет, меняйте и бьем следующую Ольку. Это же порнуха. Бейте, бейте. Ну. Ну, кого сказать, поднимал цвет. ДК забирай. Добивайте уже. О, выбор упал. Повезло. Вот это ничего, нормально. Ну да, зарплата. Так, там запустили. Давай, Олег, там быстренько раздавай Луцецкий, я запустил. Могущество Орды, паладин. Мы примем любой вызов. Так. Понес тяжелую потерю. Он не кинул, он сейчас раздаст. Герои серебряного авангарда. Мы вместе нанесем удар по цитадели ледяной короны и разнесем в клочья остатки плети. Нет такого испытания, которое мы бы не могли пройти сообща. Будет тебе такое испытание. Артас, нас гораздо больше. Сложи ледяную скорбь. Не руководцы воздвигли целую империю над льдами Норскола. Империю, на которой вы так бездумно построили свои дома. Там уже, походу, народ, бля, наложил кучу после такого. Кидайте роллы, кому надо этот выбор. Сейчас я гляну, кто там выше. Абувар. Не, Full Metal выше. По приоритету. Full Metal, давай, он победил. Я 8 скину. Да, блин, мы тринки, если гильдия выигрывает, мы отдаем эти тринки по приоритету, по ИПГП. Чего? Вару зачем Короче... выбор? Но Вару не надо, но победил. Ну, по потом 8 скинул я. Ice Sword Funk. Full Metal кинул 58. И почему ему, я не понимаю. Ну, объясните, пожалуйста. Кабуар кинул 90. Я не знаю, зачем ему эта тринька. Ну. Я не... понимаю, Full Metal кинул 58, я кинул 80. Смотри. Почему? Ну, Абалар я победил. Могу Давай, нет, замолчи, Шан, я могу объяснить. Чё там? Нет, я понимаю, гильда, но я-то не в гильде, я вне гильды. И смотри, еще раз объясняю, Абалар победил. То есть ему эта тринка тоже нужна. Но у нас свои правила, так как мы отдаем его по ИПГП, у нас такая система. Понимаешь? Ты знаешь, что такое ЕПГП? Я знаю, что такое ЕПГП. Вот. Кабалар победил, потому что ему тоже нужна. Но мы ему не отдадим, так как у него приоритет нашей гильдии очень маленький. Я понимаю, но Варты не ролит выбор вообще. Он ролит на него, что ли? И почему не написано выбор? Нет, он его ролит на себя. Он его ролит на себя. Бля, Кабалар. А когда Вары начали таскать волю? Откуда я знаю? Ты так у меня спрашиваешь. Слушай, у нас тут даже маги забирают утешение. Но я же им не знаю, зачем. Вот зачем магам утешение? Вот дай мне РЛ обаварить, случайно перекинул. А, вар... Кому дать РЛ? Не. А, Шанану. Я не знаю, зачем Хабавару эта тринка, но он ее ролит для себя. Давайте мы сейчас будем все подряд ролить, и людям, которые нужны, мы будем просто хрен забивать.
Нет, есть просто... приоритеты, есть вещи, которые идут по ролу людям и которые не идут в класс. Варам не идет выбор в класс, им идет в класс чешка и воля. И что теперь, давайте все будем выроливать у них? А в ПВП... Толомей, спекнись, попала. Толомей, попала, спекнись. А в ПВП она кому идет, эта триня? Варам не идет? Нет. Нет. Она будто в АДК идет в ПВЕ. Но он ее решил напоносить, так как он, видишь, он слабо одетый. Он ее решил чисто одеть, ну, не знаю, для ГСа, может. Либо чтобы побольше ДПС давать. У меня воли нету, ничего нету. Я не знаю, блядь. Блядь, Dark Stars, ёлки-палки, а. Я про вас слышал столько хорошего, блядь. Я охреневаю. Руфан, ты не переживай, господи, сролишь в следующий раз эту тренинг. Но мы не ролим. Да, да, не надо мне, не ездите по ушам, давайте пойти дальше уже, задал пальцем. Пуляй уже, пуляй босса. ДК, пуляй. Ничего. Только подожди, БДК, вот отсюда пуляй. Вот звезда, и отсюда кидай свой ЛП и поворачивай. Да нет, реально просто срачишь, отлично. Но мы не ролим там на кого-то, мы... Ну он ролил чисто на себя, а не на этого паладина. Ты глянь на его шмот. Да, блин, вы сейчас все что угодно можете говорить. Во-первых, он не написал в РК, блин. Я написал в РК, что я волю, ролю. Но Хабалар-то ролит не на него, он ролит на себя. Вар-то, блин, он не, спек не входит, блядь, в выбор. Я понимаю, что ему спек не входит, но ты глянь на него шмот, это твинк вообще. Ему все что угодно надо здесь. Я дам. У меня есть. Он ее потом, он ее потом поменяет, понимаешь? Я знаю, что он ее поменяет. А я ее не поменяю никогда уже. Я буду, блядь, в АДК в ней бегать. Ну это понятно. Ну блин, я тогда не понимаю вообще логики просто. Но ты спроси у этого Хабавара. Подожди, да, ты я скажу. Протопал, подводи слэш под босс, чтобы он не взрывался, и его заливали массой. Это шаг нужно слить обязательно. Это сейчас первая волна, да? Потому что я отвлекся. ФДК, ты путаешься в показаниях. Бис приняли для ФДК, это чешуя и воля. Прямо под босса заврати его. То же самое, как и для Вара, поэтому... АДК, она не, он не одевается, блин, как РПБшник, блядь. Ему ап нужен. А, плесень выноси. Повторяю еще раз, без трени для АДК. Блядь, плесень, ты что, издеваешься? АДК. Уйдите оттуда, антисептик. Воля и чешка. Да, подожди, Олег. Конскюрить, поднимай фейла, антисептик ты станешь. Сейчас стоишь, что еще вроде. Просто не отбежал, такое бывает. Давай, вставай, вставай. Немножко реакции не хватило. Давайте сейчас, Олег, пой гимн на ману, конскюрит, заливай ману антисептику, чпок, заливай ману фейлу, БМ, заливай ману мне, и тотем свой ставь шаман. Давайте все гимны, все, что у вас есть вообще, нам потом она не понадобится. И чпок, подними, пожалуйста, плесень. Ой, чпок этот, твой, подними плесень. И Ира, когда вторая фаза будет, ты цепуху вообще не даешь. Мы ее вообще не даем. Мы хилим только танков и себя. А два дрейда, они хилят дрейд. Все, босс появился. Давайте все под босса. Так, эту пачку мы сливаем, и все, и танки вы потом в стороне будете танчить. А, мы будем бить босс. Вот эту пачку нужно слить обязательно. Давайте вместе с боссом его убьем. Там ауешьте, милики. Лар, давайте бейте рассекающим. Заберите мобас Халка. Халк, ты там хотя бы накуливай, что ли. Теневой сбейте, мы теневой сбейте с РДД. Теневой, молодцы. А залейте этого моба. В танке вы будете собирать мобов вообще? Почему он долго стоит в РДЗ? Залейте этих мобов. Один моб закопался. Отлично. Бейте, босс. Все, танки, танчите их в стороне, бейте тупо босса, никакого ей не даем. Давайте, два дрейда держите рейд, я чешку там дал. Дальше хилю танк. Калк, держи этих двух паладинов, а я на БДК буду. Ой-ой-ой, танки забирайте.
Должны были их вместе сводить, ну ладно. Бейте тупо босса. Давайте добивайте его там. Антис, Ира хиль, тупо ДК хиль. Никого больше, только ДК. Давайте добивайте. Молодцы. Ого. Ива. Класс. Ну да. Спасибо. Ну, по-моему, да, хаба, я не знаю. Вижу проблемы. Ну, этот, как его, ДК, ты ж понял, что мы не шли с Эрлом на кого-то там? Я вообще не понял ваш, и надеюсь, больше к вам в рейды ходить не буду, спасибо. Ну, ладно. Я тоже надеюсь, что ты не попадешь больше в наши рейды. Угу. Да ты не обижайся. Тебе же объяснили. Да при чем здесь обижаться? Это глупо, понимаете? Это глупо, блядь. Отдавать Лару выбор, тем более Гер, блядь. Когда есть АДК, блядь, и люди, которым он нужен, блядь. Одевать. А, Full Metal. Подожди, Full Metal, ты здесь? Full Metal. Почему глупо? Вару тоже нужен выбор, как и тебе. Да, да, и потом и шаманам, и энхам они тоже нужны. Всем нужны, блядь. Дай ему на самом деле выбор. Блин, вообще не... Это реальный пиздец. Дай ему выбор. Все милики носят выбор. Кому-то выбор бис, кому-то нет. Все ролили, все честно. Где претензии какие? Можешь объяснить? Претензии, что есть классовые вещи, есть вне классовые вещи, которые, блядь, идут по приоритету людям и спекам. Зачем у тебя где ты видел что чешку видно? На анхолике? У меня стоит тебя, воля и череп. Где ты чешку увидел? Скажи мне, пожалуйста. Ты ДПС даешь, где ты увидел чешку у Вара? Где ты увидел чешку у Вара, волю где ты увидел? Это трение не бис не для причем одного здесь класса. Здесь меня спрашивают, откуда чешка, говорит, у анхолика. Анхолик ДК, понимаешь? Я говорю, нет у меня чешки, у меня череп и воля. Я конечно, блядь, считал за 15 раз меня бэйрили, блядь, но за ДК, когда тут дохуя трэш, отдавать 6к ДПС, блядь, на последнем месте быть, это загон. Блядь. Я, блядь, за весь инст ни один раз не упал. Да ёбаться, давай, раз, который дал почти столько же, сколько и ты. Олег, выбор у тебя. ДК, ты можешь объяснить? Ой, ладно, короче, давайте вы еще будете вещи разруливать, нет? Или будете, блядь, демагогию тупорылую понимать дальше? Я хочу выяснить от тебя, ну почему мы тебя должны отдать трению, если ты проиграл по роллу? Если выше был по роллу вар. Почему тебе должны отдаваться трению? Причем здесь мне? Вы, блин, ее скажешь, вообще Full Metal отдали, блядь. Но Full Metal, мы отдаем ее по приоритету. Ролл, блядь, Шанан, ты можешь не пиздеть со мной одновременно? Сначала идет ролл в рейде. Если кто-то с гильдии там выиграл по роллу, мы потом смотрим по рейтингу ЕПГВП. Смотри, то есть волю и чешку, например, могут у вас ролить паладины? Ну, волю нет. В 25 дерев. А почему волю нет? Потому что, то, блядь, что не носит 25 паладин волю. Есть понятие бистрень и не бистрень. Бистрень, там воля, на вара, на ДК, а, но то есть, на паладина. То есть, получается, выбор вообще не бист никому? То есть, нет, его могут одевать кто угодно? Бистрини — это чешуя, воля и колба. Колба на ретрика. Ну, она выбор, кроме никого не идет толком. Ну, вот, выбор никому толком не идет, поэтому вар тоже... Нет, ладно, все, давайте, короче. Я понял, блин, это бесполезно, ни к чему мы не придем. Не, я вы понял, останетесь что на своем, я останусь на своем. Понял. Вот это я понял. И ну, конечно, да, вару писать, отдавать выбор — это, блядь, кидаем. Просто гениально. Это гениально просто, да, я согласен. Не, я-то понял, к чему он имел в виду. А. Не, он... Я понял, что он нихера не понял. Да, нет. Все поняли, к чему он имел в виду. Просто доказывать, я что понимаю, ДК если бис, это бред. Ну, когда ты просто идешь в вагоне... Наглядный пример, смотри, наглядный пример. Сейчас ты человек пойдет волчат писать, что мы кидалы, и кто-то подхватит это, и вот так далее, и так далее. Ну да. Давайте, завоевать. Давайте. Ладно, давайте, удачи.
Отец. Не знаю даже. Обе мне, оба защитника. Ебал ты, Джейми, у тебя микрофон есть, ты что, не можешь сказать? Сейчас мы разрулим этот бема, что-то. Спасибо. Это будут последние слова жизни, наверное. Если он в это время начнет что-то говорить там, да. Сила и честь, друг. Мне кажется, он там плакал. Вот у меня прям такое чувство. У него уже такой голос просел. Это бред. Если бы сролила какая-нибудь, блядь, сова, еще бы можно было говорить, что она там ролит якобы на гильдию. Но, блядь, этот выбор могут ролить, блядь, и роги, и вары, нахуй, и кому только не лень. И ханты, да. Блядь, типа спон там на БМ. Не, я реально на себя ее ролил. Не знаю, почему вы Full Metal отдали. Потому что она по приоритету. Ладно, дело даже не в том, что он немного туповат. Так, короче, на ЕП никто не заходит. Да, ну все. Сейчас я начну. Там маг это же Джерен. Ой, Джейми. Да, мага его, да, сейчас кикнем. Бля, где плащ? Кому плащ дали? Да. Блин, я, короче, мы так долго разговаривали.